Дрифт на Феррари в самом центре Киева. Гонщик Формулы-1 Марк Жене устроил сегодня для киевлян настоящее автомобильное шоу на Контрактовой площади. Подробнее наши корреспонденты. С самого утра вся Контрактовая площадь перекрыта полицией. Невзирая на жару, тысячи киевлян и гостей столицы пришли сюда, чтобы посмотреть на звезду Формулы-1 Марка Жене. Он приехал в столицу всего на один день, чтобы принять участие в автомобильном шоу. Для меня большая честь быть здесь, в Украине. Как вы знаете, недавно был финал Лиги чемпионов, где победил Мадрид, и теперь и Украина, и Киев очень популярны в Испании. Для меня также честь представить для вас заезд на автомобиле Формулы-1. Я думаю, вам всем понравится. Не каждый же день Формула ездит по центру города. 44-летний испанец Марк Жене – один из самых известных тест-пилотов Формулы-1. Именно благодаря ему на гоночных болидах Скудерия Феррари воплощаются новые идеи и совершенствуются технологии. Перед своими киевскими поклонниками каталонский пилот появился неожиданно. На красной Феррари он стартанул с другого конца площади. После небольшого приветствия Марк показал всем дрифт. Классно, мы с Днепра приехали, вот с другом, да, специально, да. Она очень прекрасная, мне очень понравилось, особенно эта скорость этой прекрасной машины. Очень понравилось, особенно детям, почаще бы таких. Ну, хотелось, конечно, прокатиться. Но... В течение всего дня гостей развлекали и украинские дрифтеры. Помимо автомобильного шоу, перед зрителями выступили мото- и велобайкеры, диджеи и битбоксеры. Присутствующие также могли почувствовать себя частью настоящей команды Формулы-1, приняв участие в соревнованиях Pit Stop Challenge. Здесь же, на Контрактовой площади, организаторы устроили мини-выставку автомобилей. Ольга Теребинская, Юлия Жешко. Подробности. Телеканал Интер.